Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих небольших покупочках и подарках на день рождения. 16 числа у меня был день рождения, и я бы хотела вам с вами поделиться тем, что мне подарили и что я в последнее время приобрела. Так, начну, наверное, с покупочек. Покупочки были незначительные, небольшие. Все же я хотела бы ими с вами поделиться. Так, начнем. Все три покупочки были от фирмы Belita Vitex. Как вы знаете, я сейчас усердно тестирую, пользуюсь этой косметикой, поэтому прикупила еще три продуктика. Все эти продукты для лица, по уходу за лицом. Первый продукт — это такой вот крем для век. Thermal Line, термальная линия, крем для век на термальной воде. Очень хороший кремик, запах у него просто обалденнейший, текстура тоже достаточно приятная. Такой вот крем, он достаточно густой. Такой вот. И очень быстро впитывается, при этом очень хорошо увлажняет кожу. Запах у него обалденный, такой приятный очень. Так вот, быстренько впитывается. Очень довольна этим кремом. То есть зону под глазами очень хорошо увлажняет, справляется со своей работой. Дальше. Вот такой вот дневной крем отбеливающий. Так как у меня есть маска отбеливающая, я купила в комплекс отбеливающий дневной крем для нормальной комбинированной кожи. Состав тот же, что и в маске, но DermaWhite присутствует в этом креме, блокирует выработку меланина и предотвращает появление пигментных пятен. Тоже очень хороший крем. Очень хорошо справляется как основа под макияж, то есть под тональную основу очень хорошо ложится. Он такой не очень жирный, блеска после себя не оставляет, поэтому тональный крем на нем не блестит. Вот такой вот отбеливающий дневной крем. И последняя моя покупка от этой марки, тоже Vitex, это маска скраб 2 в 1 для жирной проблемной кожи. Я искала себе скраб. Мне вот женщина, которая продает, девушка очень хорошо разбирается в этой косметике, посмотрела на мою кожу и посоветовала вот такую вот маску скраб. То есть это 2 в 1, что очень хорошо. Пользоваться ей нужно 2 раза в неделю, 1-2 раза в неделю. И вот что мне понравилось, помассировать легкими движениями 2-3 минуты и оставить минут на 10-15 минут. То есть она идет как карбирование сначала, а потом она работает как маска. Очень хорошая масочка, мне очень нравится. Вот такие вот три покупочки были от этой марки Belita Vitex. Очень довольна этой фирмой. Все крема, маски и вот умывалочка у меня есть. Очень хорошо работает. Если у вас есть возможность попробовать, обязательно попробуйте. Я очень думала... Вернее, не думала, что она будет так хорошо работать, потому что цена у нее просто смешная, там копейки стоит она. Но работает она действительно очень хорошо. И еще две мои покупочки, это можно уже сказать подарки. То есть мне подарили деньги, я на эти деньги купила 2 продукта от Буржуа. Благодаря замечательной девочке Ире, ник у нее 23 вишенка. Она из Киева, она сделала потрясное видео о сайте Визаж, одесский сайт, интернет-магазин. Я как раз хотела вот на днях, перед тем, как она выложила видео, я собиралась покупать тональный крем Healthy Mix от Буржуа. И вот она как раз вовремя, спасибо ей огромное, выложила это видео о таком замечательном сайте, на котором продукция... Вся продукция от Буржуа, Ревлон, там очень много разных продукций, очень много разных марок. И стоимость этих марок в 2 раза, ровно в 2 раза дешевле, чем в обычных магазинах Киева. То
То есть я собиралась тональный крем Буржуа Health Mix покупать за 146 гривен в Еве, а там я его купила за 77, то есть ровно половину, то есть ровно-ровно. Так, покажу, что я купила. Вот такие вот два продукта. Сначала расскажу про тональный крем. Я думаю, этот тональный крем знают все. Health Mix, он идет с такой вот помпочкой. Номер у меня самый светлый 51, но что я хочу сказать, даже самый светлый вот этот 51-й светлая ваниль мне оказался немножко желтоват, то есть темноват для моей кожи, так как я, у меня холодный тип кожи, вот видно, я такая вот синюшным оттенком оливковым. Но единственное, что мне не понравилось в этом креме, то, что он не матирует. То есть это как увлажняющее, идеально подойдет для сухой кожи, но для сухой кожи, для такой, у которой нету шелушений. То есть он подчеркивает шелушение немножко. Но если перед этим нанести увлажняющий питательный крем, то он справится с этой работой отлично. Он не матирует, то есть через буквально максимум час-два у меня появляется жирный блеск вот в этой зоне, особенно на подбородке и вот на носу. Ну и немножко на, ну, в общем, на Т-зоне. В общем, я довольна этим тональным кремом, то есть он меня не разочаровал, я очень долго собиралась, решалась его покупать, вычитала очень много отзывов о нем, то есть прочитала сначала большое количество отзывов, пересмотрела много отзывов на YouTube, вот Beauty Bloggers, все были очень довольны, я решила тоже себе его заказать, то есть очень довольна, 51 номер, и что мне очень нравится, что у него вот такой вот дозатор, то есть в бутылочке не останется ни капельки тонального крема после окончания. И второй продукт от Буржуа. Это вот такая вот пудра. Биодетокс органик. То есть это написано натуральная пудра. Она состоит из натуральных компонентов. Вот такой вот снимается бумажечка. И вот так вот выглядит сама пудра. Здесь такое большое зеркало, и вот так вот оно выглядит. То есть, что здесь мне очень нравится, это такое зеркальце, которое вращается на 360 градусов. И вот сама пудра. Видите, вот я активно пользуюсь спонжиком. Достаточно хороший спонжик. И пудра тоже очень такая, очень пигментированная. И если у вас идеальная кожа, то есть хорошая кожа, она заменит вам тональный крем. То есть вот она. Вот вы можете видеть, она очень хорошо растушевывается и абсолютно незаметна на коже. То есть если я наносила тональный крем, и он был очень виден, то вот эта вот комбинация идеально подходит для моего, ну то есть мой вариант идеальный, абсолютно незаметно. То есть через буквально 15 минут выступает вот кожный жир, и он смешивает вот эти вот тональные кремы и пудру, и их абсолютно незаметно. То есть, если, конечно, наложить три слоя, то немножко будет заметно. А так, очень-очень хорошие продукты. Так, это вот были такие покупочки, подарочки. И дальше основной мой подарок, который мне сделал мой любимый муж, это был вот такой вот ноутбук от Lenovo. Идеопад. Вот такой вот он. Беленький, маленький. Вот сейчас я на нем работаю. Очень-очень довольна. То есть я не ожидала, я абсолютно не знала, что он мне собирается подарить такой подарок. И вот когда проснулась утром, он ушел на работу, оставил мне коробку с огромным бантом. И я вот проснулась, сначала не догадалась, то есть только открыла глаза и смотрю, коробка огромная стоит с бантом. Я даже подумать не могла, что это ноутбук маленький, но теперь вот для меня личный, то есть переносной, теперь я видео, он идет с веб-камерой, но веб-камера там не очень хорошая, я вот поставила свою веб-камеру, теперь я могу в нормальном освещении снимать для вас видео, что мне нравится, очень-очень мне нравится подарок. Безумно благодарна мужу за этот подарок. И вот тоже на деньги, которые мне подарили родственники.
большинство родственников дарило деньги, и я решила прикупить вот такую вот сумочку для этого ноутбука. А внутри вот такая вот, здесь вот сеточка. Здесь закрепитель для самого ноутбука. Здесь тоже на ноутбуке идет вот такой вот кармашек. Не знаю для чего. И вот такая вот ручка. И спереди идет еще один карманчик. Вот такой вот. И внутри здесь тоже такая сеточка. И вот такие вот три карманчика. Очень качественная сумочка. Она розовенького цвета, если вам видно. Вряд ли вам видно, конечно, очень светлый. Такой нежно-розовый цвет. Очень мне понравилось. Я решила такой нетбук беленький и розовую сумочку к нему. И еще купила такую флешечку. То есть тоже на 16 гигабайт. Такая компактненькая, маленькая. Очень пригодится. То есть для съемки видео, если не хватит места, хотя в этом ноутбуке 320 гигабайт памяти, что для меня идеально, так как видео у меня достаточно много места занимает, чтобы не удалять каждый раз, я думаю, флешка пригодится. И последний мой подарочек, это был подарок на День Святого Валентина, тоже любимый муж мне сделал. Это вот такой вот кошелек, он идет такой ярко-ярко-бирюзовый. Не знаю, на камере он кажется таким зеленым, но на самом деле он ярко-ярко-синий. Такой вот он с двух сторон. У меня заклепочка, вот здесь такой замочек обычный. И внутри вот так вот идет для карточек. Здесь основной карманчик. И что мне понравилось, здесь есть карманчик для мелочи. Все вот так вот. Здесь очень много кармашков для карточек. Достаточно. Хороший, компактный. Очень мне понравился. Я вообще как сорока обожаю все блестящее, все в заклепках, яркое. Поэтому мне очень понравилось. Вот такие вот подарочки и покупки у меня были. Больше вроде я ничего такого не покупала. Вот в принципе все. Больше всего мне понравился подарок от мужа. Мой ноутбук. Поэтому я теперь буду стараться чаще снимать для вас видео. Ну и, конечно, еще купила для этого ноутбука беспроводную вот такую вот мышку. Тоже очень красивый сиреневый цвет. Вот такая беспроводная. Специально для ноутбука. Вот, в принципе, все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Или, кому не понравилось, ставьте пальцы вниз. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Всем пока.